Привет, меня зовут Аня, и вы на канале Vintage Sparkle. Сегодня хочу заняться переделкой кое-каких украшений. Начну я, пожалуй, вот с этих бус, колье. Эти бусы я уже переделала один раз. Чуть-чуть в сторону отодвину. Я уже переделывала эти бусы. Вот этот подвес я ставила сама, и бусы были порваны на две части, и я их объединила вот на такой вот крючок, крючка не было. Но одев, я заметила, что бусы все-таки слишком длинные, а в два ряда что-то они мне не понравились. Я хочу, чтобы это были бусы в один ряд, поэтому я хочу их укоротить. Подвес это, не знаю, типа муранское стекло, но я не думаю, что это муранское стекло, думаю, обычное какое-то обычное стекло, вроде не пластик. А бусы были в одном из лотов, которые я показывала на английском. Тут стеклянные жемчужные вот под Таити, под жемчужины с острова Таити, они такие темно-синего, почти черного цвета. Ну, это под. Вот такие вот пластиковые бусины и вот такие вот перламутровые бусинки. Итак, начнем. Значит, я хочу укоротить эти бусы. Вот примерно на такую длину. Ну, может быть, на такую. Да, наверное, больше на такую. Ну, а пока я буду это делать, хотела, ну, так коротко рассказать, а может, не коротко, не знаю, как началось мое увлечение винтажными украшениями. А началось все довольно-таки, как бы сказать, не напрямую, не вот хоп и случилось. Я отнюдь не в какой-то артистичной семье, совсем не так, ни одна из моих прародительниц или прародителей ничем таким не занимались. Все работали, так сказать, учителя, там, математики, географии, ну, языков, компьютеры. Вот, и я всю жизнь, в принципе, работа у меня была далека от художественной. И сейчас она очень далека от художественной. Ой, что-то... А, он упал. Но предпосылки были. Я вообще не могу сказать, что я там модно одеваюсь или интересуюсь брендами, или даже не могу сказать, что там я сильно, вот, ну, стильно одеваюсь. Но пытаюсь, конечно, но были так и удачные, и неудачные у меня опыт. Но что я всегда любила, это вот... Любила исторические костюмы, любила смотреть фильмы, рисовать еще ребенком. Ну, наверное, как все дети, знаете, как все девочки. Любила фильмы, мультики из эпох, да, из старой эпочны или как там. Именно смотреть из-за нарядов. Ну, а став старше, несколько лет назад я вот так вот, в принципе, готова
Сейчас я быстро примерю. Вот несколько лет назад я стала смотреть на Ютубе блогершу. Ну, отлично. Отлично. Оно не совсем на шее, так чуть ниже шеи, и кулончик хорошо видно. Я его оставлю на себе. Теперь что делать с этим? Можно сделать отдельные бусы и найти другой кулон. У меня был... А можно сделать браслет. Даже два. Или браслет в несколько рядов. Но я не очень люблю такие браслеты. Я подумаю. Следующее украшение — это вот это колье. Оно мне очень нравится. Мне кажется, что оно в таком историческом стиле, в эдвардианском стиле. Хотя оно не такое уж и старое. Тут есть бусины с Аврора Бореалис, с эффектом Аврора Бореалис. Тут есть Wedding Cake бусина. Вот они. Это, кстати, мое первое видео на улице, ну, в своем садике. Просто очень хорошая погода, не хотела сидеть дома совсем, совсем не хотела сидеть дома снимать. И я просто вот вышла в садик, поставила себе вот. В чем проблема? Кажется, я сделала ошибку. У меня нету лобстер-класпа такого размера. Да, нету. Такого цвета. Придется ставить пока что золотистый, а потом, когда у меня появится подходящего цвета, крючок или класп, я поменяю. У меня есть тогл, но это, кажется, не подойдет тут. Да, тогл не подойдет. Нет, тогл тут точно не подойдет. Есть один вот такой, но почему я говорю не подойдет? Тут есть удлиняющая цепочка. Ну, я могу ее снять, конечно, удлиняющую цепочку, и просто сделать такое вот колье. А сейчас посмотрим. И что я говорила? Значит, я смотрела канал одной женщины, которая делала, у которой тема была именно историческая одежда. То есть она историк по образованию и специализируется, интересуется именно она историей одежды, историей костюма. У нее есть канал на Ютубе, очень интересный, где, особенно несколько лет назад, когда она только начинала, она очень, делала все последственно, по эпохам, по годам. Я сейчас смотрю, нет ли у меня в золотистом отделе. Нет, все-таки нет у меня бронзового. Ой, да, вот я попала. Что-то я не подумала. Не подумала, когда я ставила. Думала, что у меня есть. А, нет, подождите, что-то я вижу. Значит так, я нашла вот такое вот. Оно... золотистого, но очень бледного, тускло, темно-золотистого. Она подойдет. Тоже, наверное, сняла из какого-то лота со сломанными. У меня бывали лоты, где совсем сломанные, и я просто их на части разобрала. Что я говорила? Да, значит, у нее...
ее канал, она рассказывает по эпохам, вот начиная вообще с преисторического, даже не подумаешь, да, что там что-то интересное в связи с одеждой было, но нет, то даже там интересно, даже там были находки просто, ой, просто удивительные. Я говорю и не концентрируюсь на том, что делаю. Даже там, даже в преисторическом, даже из преисторической эпохи сохранилась одежда. И она про нее рассказывала очень интересно. Потом античный мир, да, Рим, римляне, Египет, вообще замечательно. Медиевал, да, то есть средневековье, модерн, этот уже прошлый век. Вот я увлеклась ее каналом. И, ну, будет интересно, я вам ссылочку дам, но он на английском, так что. Потом начала смотреть другую девушку, тоже у нее канал, она, есть такие каналы, есть такие люди, которые не это увлечение, не просто вот, а вкладывают в жизнь, то есть они одеваются винтажные, вот она одевается, например, ее любимая эпоха, это 30-е или 40-е годы. Она одевается в стиле, в этом стиле, в 30-х, 40-х годов. Ну вот, собственно, и все. Тут много работы не надо было. Мне очень нравится вот это украшение. Оно, мне кажется, в таком эдвардианском. Эдвардиан, да, когда королем Англии был Эдвард. Это вот примерно совпадает с арт-нуво. Мне что нравится, это вот разные вот эти вот Аврора Бореалис, они аж хрустальные, так поблескивают, как будто это не просто стекло, а хрусталь. И вот эти нежные wedding cake, и вот эти вот цепочки, и вот одна вот бусина среди этих цепочек, и вот этот подвес. Все замечательно, мне очень нравится. Мне очень напоминает вот викторианский, эдвардианский стиль. Арт-нуво. Так что все хорошо. Ну а эту брошку я показывала. Показывала и другую брошку, с которой я хотела снять кристаллы, но пожалела. Это Weiss или Weiss. Видите, как блестят тоже на камеру. Я, кстати, читала, что они использовали не просто стекло в своих кристаллах своих, а вот кристалл, хрусталь, то есть в их стекле, в их вот этих вот стеклышках, которые они ставили, довольно-таки большое количество свинца, поэтому и такой глубокий цвет и блеск, и сохранность, да, то есть они не так царапаются. Ну и у меня, конечно, оно современное, это кольцо, тоже в одном из лотис кольцов. Но мне не очень нравится, вот как оно посажено. Хотя так, вроде бы, симпатичное, но я его не ношу. И вот думаю, что я, наверное, сниму вот этот зеленый. Он немножко другого цвета. Совсем немножко, но мне кажется, что-то будет не сильно заметно, если вообще будет заметно. Значит, я смотрела полячку, вот эту девушку, которая увлекается винтажными украшениями, украшениями, что я говорю, одеждой. В основном я вот все началось с одежды, все началось не с украшений, а с одежды. Сейчас посмотрю, если оно... Нет. И вот, наверное, в моих поисковых каких-то истории появилось слово «винтаж».
все-таки амальгама. Амальгама стерлась, когда я его вытаскивала. Я уже говорила, очень трудно найти кристаллы, особенно австрийские, которые использовались в украшениях Вайс. Почему-то все они находятся в Америке. То, что мне по цене стоят, может быть, они не так дорого, но чтобы их сюда по почте выслать, мне, наверное, стоит в два, иногда в три раза дороже, чем сама цена кристаллов. Поэтому пока что я не заказывала. Надеюсь, что в каких-то других украшениях сломанных, которых мне не будет жалко, будут. Я ищу клей в своей мастерской. Это я обычно использую этот клей. Мне кажется, его уже нужно обновлять, но пока что использую этот. Это были зубочистки. Обычно я зубочисткой, но сейчас при себе нету я вот этой. Значит, что я говорила? Да, вот она увлекается винтажной одеждой. А я, кстати, какое-то время тоже увлекалась, но это трудно. То есть это нужно иметь смелость, определенный уклад жизни, определенное занятие, чтобы можно было одеваться. Я не могу одеваться в винтажной одежде, так явно винтажной. Так. Что я делала? Я, когда ходила по магазинам, искала себе там определенное, что нужно было на тот момент, всегда обращала внимание, да, что о, это что-то там в каком-то викторианском стиле. О, знаете, я даже сейчас не вижу, какой из них я заклеивала. Настолько он хорошо подошел. Ну все. Я даже не вижу. Я даже не помню сейчас, где оно было. Классно. Я не помню. И клей не вижу. Ну классно. Вот. У меня, кажется, телефон опять отключается. Вот как всегда. Если оно вот закроется так неожиданно, это не потому, что я там такая грубая и вам закрыла все, а потому что камера уже, зарядка заканчивается очень быстро. Да. Вот таким образом у меня, я думаю, появились видео блогеров с винтажными украшениями, потому что у меня в поисковике появилось слово «винтаж». Я слушала полячку, я слушала из Америки одну девушку, которая она любит викторианскую одежду, не поверите, она ее носит на каждый день практически, но может быть чуть-чуть в другом варианте, более там юбки покороче, но вот крой. Вот она сама делает, сама шьет, все это показывает на камеру. Тоже историк. Такие вот у людей интересные увлечения. Но когда я смотрела, я честно и не думала, что я когда-нибудь сама начну этим заниматься. Но с бижутерией гораздо все легче, чем с одеждой, конечно. Это браслет, где тут не хватает вот такой вот бусинки, не хватает, но мне ее не найти уже. Ой. Конечно, по цвету чуть-чуть различается, но такое колечко, чтобы хоть можно было его носить. Поставить можно. Наверное. Ой. Да. Трудно на камеру.
Ой, слишком сильно. Эти колечки всегда боюсь, что недостаточно туго, что откроются. Ну вот, и браслетик готов. Что у меня тут еще было? Были клипсы, которые тоже пришли в одном лоте. Вот эти вот, видите, отклеилась. Где же-то она была? Видите, она есть, просто она отклеилась. Не особо клипсы, конечно, может быть, и не... Может быть, не стоят они слишком много, чтобы на них тратились. Но так как клей есть, эта штучка, чтобы заклеить, есть, почему и нет? Почему бы и не восстановить? Это единственное, что меня смущает, вот это вот. Не знаю, это клей или... Наверное, клей. Вот. А с чего, интересно, началось вот это увлечение у вас? Видите, у меня очень все окольными путями. Как я говорила, у меня не покупали, если и покупали украшения, то покупали золото, серебро. Вот эта вот бабушка особенно, она, наверное, год, всю жизнь вот она год деньги собирала. И в конце концов покупала себе золотое украшение. Обычно золото. Бабушка любила. То, чтобы любила, но ценила. Наверное, считала это как инвестиция. Что вот золото должно быть. А украшения у меня от них, от моих мам и бабушки остались, вообще не остались, если честно. А я помню, я даже покажу, у меня есть одно украшение, которое мне очень напоминает что-то, что я у бабушки видела, но почему-то вот маме оно не досталось. Я не знаю, куда делись. Вот золото, да, маме. У мамы, у бабушки было два ребенка, мама и мой дядя. Ну и украшения, конечно, достались маме. И вот золото, да, есть, а вот бижутерия почему-то ничего нету. Есть кое-что, которое мама себе покупала, несколько там серебряных вещиц из мельхиора кое-что. Но так они особенно не увлекались, не носили. Я не помню, что бабушка носила, да. Бабушка была модница, она покупала себе и одежду. Она любила себе шить на заказ. Она даже обувь любила себе шить. То есть она покупала какую-то кожу, белую или там бежевую. То есть ей нравилось все такое, что было все. Золото носила, но мама нет. Мама не такой человек, она вообще не увлекалась ничем таким. Не берется, но ладно. Кое-что взялось.